Всем привет! У нас в доме 4 новых питомца, 4 монгольские песчанки. Сегодня мы их только купили. Такая вот у них клетка. Все, как нам советовал заводчик этих песчанок. Домик из дуба, самый неубиваемый из деревянных домиков. Пластик мы не стали брать, чтобы они грызли именно дерево. Минеральный камушек, кормушечка с их кормом, опилочки, сено, поилочка. Вот колесо. Сейчас открою даже. Вот колесико у них хорошее, большое, на вырост купили. Всякие вкусняшки, злаковые палочки. Вот, мы их только переселили. Сейчас они тут будут обустраиваться. Мы взяли 3 самочки одного самца. Самец это вот этот вот. Вот он. Вот это самец. Остальные самочки. Самец такой пятнистый. Беленький со светло-серым. Кремовая самочка. Черная самочка. И коричневая природного окраса самочка. Вот. Надеюсь, им у нас будет очень-очень хорошо. У них получается дно. Плюс еще получается 3 этажика для побегать. Мы еще подумаем, как дообустроить их домик, но все необходимое мы им уже сегодня закупили. Вот такие вот песчаные белочки, песчаные монгольские мышки. Это наши домашние животные, естественно, никаких вскармливаний не будет. Мы их купили для того, чтобы любить, холить, лелеять, растить. Им еще 1,5 месяца, они еще месяцев до 4 будут расти. Они будут немного крупнее обычных мышек. Вот. Такие красотули. Очень ручные звери вообще. Мы сначала думали про чилийских белок. Они еще крупнее. Вот. Но решили, что песчаные мышки поинтересней. И поменьше. И не шумят, как белки по ночам. Будем держать в курсе.